Сирийские православные монахини, пробывшие в плену у боевиков более 3 месяцев, отпущены на свободу. В ночь на понедельник они прибыли на контрольно-пропускной пункт Джейда-Ябус, расположенный на сирийско-ливанской границе. Перед этим им пришлось ехать по территории Ливана. Сейчас монахини переданы катарским и ливанским посредникам и направляются в Дамаск. На границе их встречали представители православного и мусульманского духовенства. Напомним, в начале декабря прошлого года сирийские боевики из группировки «Фронт Ан-Нусра» похитили 13 монахинь, 3 послушниц и настоятельницу Пелагею из монастыря Святой Равноапостольской Феклы в Маалюле. Пленниц удерживали в городе Ябрут в горной местности Каламун на границе с Ливаном. Там власти регулярно проводят военные операции. Жизнь монахинь постоянно находилась в опасности. Ожидалось, что заложниц отпустят в воскресенье, однако начало операции откладывалось по неизвестным причинам. Официальных комментариев по поводу того, что послужило поводом для освобождения монахинь, пока не поступало. Телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что в обмен на пленниц боевики потребовали выпустить из тюрем более 150 женщин-заключенных, которые связаны с вооруженной оппозицией.